На Урале из огненного плена спасли щенка. В том, что он заблокирован внутри пылающего гаража, спасателям рассказали очевидцы. Из-за стены огня и густого дыма было ничего не разобрать, кроме жалобного писка. Я там окошко видел. Видел? Там есть окошко, я. Есть? Да. Отвечаю. Ты машина, на. Ровки? Жесткий ты, Саня, так? Дверь испортил? Дверь новая почти. Ты наверх залазил. Шапки, на. Он дым идет. Буря 201. Теперь я буду передавать. Прибыл к месту вызова. Из гаража идет густой черный дым, разведка. РПД, подаем. Есть в гараже кто-то? Нет никого. Чопа. Есть в гараже кто-то? Нет никого. Все, Славка. Oh.
там, как обстановка? А? Да что-то это, над потолком где-то. Боря 201. 201, я помню, передавайте. Ликвидация открытого горения. Это нам будет дизайн метить кнопку. Надо вот верхнюю смотреть. Вон, смотри, выходит. Надо вот это скрывать, яхо, там горит внизу. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым. Сам себе зрителем. Это наше с вами кино. И мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно. Это мое последнее видео. Оно, конечно, снято так себе, видимо. И я после него останусь невидимым. Сам себе зрителем. Это наше с вами кино. И мы для вас его снимаем давно. Но есть но. Все закончится когда-то должно.